Региональный оператор «Эколайн Воскресенск» организовал необычный урок физкультуры в 41-й гимназии. В рамках экологической акции, которая проходила в Люберцах, школьники собрали больше всех макулатуры. Участвуя в масштабной акции по сбору макулатуры «Бум Баттл», гимназисты собрали в ноябре более 2,5 тонн макулатуры и заняли первое место среди школ округа. Это колоссальный объем, который мы отправили на переработку. Сегодня еще раз ребятам мы напомнили в формате простой, интересной и яркой игры, как правильно разделять отходы. Мы даем вам какой-то отход, например, это кожура от банана. И вы делаете выбор, кожуру от банана можно переработать. Ответ верный. Значит, игроки должны забросить мяч в баскетбольное кольцо серого цвета. Если предмет подлежит дальнейшей обработке, мяч отправляется в синее кольцо. Контейнеры таких цветов используются и для раздельного сбора мусора. Что у нас можно переработать? Участвуя в познавательной игре, гимназисты расширили свои знания о видах мусора, его утилизации и вторичном использовании бытовых и хозяйственных отходов. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.